Вы на канале улицы Москвы, мы в 4-м Люберецком проезде, район Выхино-Жулебино. Вот, кстати, вентшахта между перегоном метро Лермонтовский проспект Жулебино. Собственно, вот 4-й Люберецкий. Я не понимаю, почему здесь поставили сейчас ограждение. А на той стороне уже Люберцы. Вот эти дома относятся к городу Люберцы. А мы сейчас пока на территории Москвы. Ну, были вот здесь в частном секторе. Здесь небольшой относительно. Вот в остатки бывшей деревни, которые, ну, сейчас вполне себе еще сохраняются. Есть и даже двухэтажные дома. Вот если в нашем позапрошлом выпуске по первому Люберецкому проезду. Ну, а сейчас мы двигаемся в направлении Октябрьского проспекта. То есть одной из главных улиц Люберец южной части этого города. Так, ну сейчас перейдем. Я не знаю, вот зачем... Зачем они поставили вот эту вот штуку здесь? Непонятно. Так, сейчас. Вот. Такой вот проезд, как раз являющийся границей между Москвой и Люберцами. То есть мы сейчас в Люберцах, получается. А начинали выпуск в Москве. Туда прямо улица Парковая будет за Октябрьским проспектом. Здесь тоже благоустройство мы видим. А где-то говорили, что Октябрьский проспект поднимает частично на эстакаду. Наверное, это дальше все-таки будет. Ну вот, еще не убрали посвященные Дню Победы эти флаги. Так вот, ну, Октябрьский проспект — одна из главных люберецких улиц. Мы бывали на ней когда-то, вот года, не знаешь, может, год с небольшим, может, полтора года назад. Зимой было делом, шел мокрый снег. Ну и мы были чуть дальше туда, ближе к станции Люберцы 1. Можно взглянуть туда, к Лермонтовскому проспекту. Но, собственно, Лермонтовский проспект Москвы — это продолжение Октябрьского проспекта в сторону МКАД. Ну и как наоборот. Дальше, если внутрь МКАД, то там Рязанский проспект.